А сейчас готова выступить команда батальона обеспечения учебного процесса, и мы встречаем сыны России, но это, как понимаем, дочь России. Встречаем бурные аплодисменты. Команда «Сыны России». Конкурсы художественной самодеятельности, редко мы видим талантливых наших бойцов, талантливых девчонок, вроде ходим с ними, смотрим друг другу глаза в глаза, а мы даже не знаем, что у нас такие девчонки замечательные, так красиво танцуют, и ребята тоже.